важно. Так вот именно, что здесь такого, Евгений Валерьевич? А за какие деньги на кругосветный игровой стол? Игровой стол, конечно. А у нас фотографии есть, где стоит коньяк, водка и... Коньяк там не стоит, его уже давно. А, уже все. 5 минут, это будет на третье. Ну только что был коньяк. Вот вы только что открыли. Я сейчас зашел, я там никого не получил. Сейчас рабочее время, сок максимум. А сока там не было? Что? Сока там не было. Ну тогда мы можем зайти посмотреть, да? Да. Дело в том, что мы все можно, люди, которые мы согласились, приходят правоохранители для того, чтобы вручить якобы протокол о коррупции мэру города, который должен присутствовать в 12 часов на встрече в малом зале с представителями образования. В экстренном порядке по какой-то причине переносят мероприятие в столовую. Мэр закрыт в это время в кабинете. Единственный выход у него это или в коридор, либо в столовую. Сука, я знаю, мэра нет, что мы не знаем. Мы не знаем. Где он рабочее время, вернувшись из отпуска, его сколько? У него какие-то встречи есть. У него встреча прописана здесь. Он должен находиться у себя в кабинете. Так у него встреча здесь прописана. Его не будет здесь сейчас прописать. Ну, давайте мы зайдем, посмотрим. Слушайте, давайте вы зайдем, посмотрим. Там стоят люди, которые уважаемые люди, ректора. А мы не будем. Это публичное мероприятие. У вас задача здесь все завтра день посмотреть, есть ли мэр. Так и скажите. Нет, мероприятие было анонсировано. Если вы хотели сходить встречу, то так а какая разница, что мы хотим посетить? Нет, встреча висела неделю на сайте. Приходим, вы не пускаете. Нам интересно. Написано, что в 12 часов встреча со Светянами. Зустріч міського голови. За Светянами. Ну не буде і не буде, ми подивимось на неї. Пізніше ви розберете питання. Можна ми на встречу зі Світянами? А ми їх фотографувати не будемо, знімати теж. Будемо всі свої люди хотят, після до встречі проводиться ні в знанні ми. Так. Це ж ви пригласили? Так ви нас пригласили, точно так же. Ви повісили анонс, тобто нас ви теж пригласили. Тепер ви все обміняєте. Ми не обміняємо. Мы же все пришли сегодня на это мероприятие, не потому что в сети. Ну, это наше, все мы пришли, мы понимаем.